джингл. Сделайте погромче-то вообще. Я не слышу. Итак, конкурс Old School графики. На самом деле на этот конкурс было прислано очень много работ. И я очень рад тому, что представлены несколько разных платформ, а не всего лишь старые добрые ZX Spectrum, которые мы все любим. И, собственно, первая работа, она выполнена на платформе Intellivision. Я не очень много знаю про Intellivision, но судя по изображению, которое предоставлено здесь, оно великолепно. Так, итак, первая работа. Первая работа Croco by Pixelred. Да, переключай на компу-машину, я немножко расскажу. Да, платформа Intellivision. Честно скажу, мы не смогли ее найти в Rival. Возникли проблемы с ее поиском. Поэтому мы используем PNG. Вот это вот изображение, вот это вот Intellivision. Работа номер один. Видеопамяти нету, тут, да, разрешение графического ядра 160 на 196 пикселей, ну, в общем, не густо, примерно как Game Boy, но очень классный, классно, мне нравится, я нажимаю голосовать и перехожу к следующему. И вторая работа тоже не очень обычная в плане именно платформы для нас. Это Commodore 64. И на Commodore здесь у нас довольно-таки изрядно. Я попробую сейчас ее продемонстрировать. Ни один Commodore не был запущен для демонстрации этого. Я считаю, это знаково. У нас запущен ZX Spectrum Next, и не запущено ни одного Commodore 64. Я просто считаю, это прекрасно. Просто прекрасно. День удался. Итак, Twisted Perspective. Работа номер два. Голосуем. О, я не туда нажал, извините. Вот, Commodore 64. Посмотрите на это. Это просто, просто прекрасно. Я считаю, что все должны проголосовать в интернете. Все должны проголосовать. И это была третья работа. Третью работу, или какая это была по счету? Это была вторая работа. Третья работа выполнена на платформе ZX Spectrum. Переключаем на VGA. Мы все делаем по-живому, вообще ни одной записи не производится. Показываем стрим, показываем с камеры, да. Итак, Cat нас интересует, он в Old School графике, значит, заходим в вторая папка, да. Old School графика, так. И открываем Cat, Cat нашел, жмем. И cat.skr, да, оп. Кошка. Работа номер три. В этой работе не используется гигаскрин, и поэтому оно выглядит точно так же на стриме. Стрим способен изображать такую графику, в принципе, довольно много, FPS даже. Так, это была работа номер три.
Переходим к работе номер 4. С интересным названием Slav's Magic. Это стандартная спектрумовская графика. Всего 6912 байт, 768 атрибутов и 6144 пикселя. Так, мне говорят, что я тут заговорился и не включил лайв-вотинг. Теперь можно проголосовать за кошку и за Slav's Magic, на который мы сейчас переключимся. Slav's Magic. Показываем со спектрума. 680-я папка. Предпоследняя. Жмем. Выбираем, чем мы... Not sign, SKR. Вот, ниже. Ниже. Еще ниже. Вот эту, давай жми. Вот это спектрум, спектрум. Поистине спектрум. Так, Slav's Magic. Переходим дальше. А дальше нас ждет Hetfield. Hetfield. Тоже спектрум. Тоже спектрум. 6912 байт. Отборнейшего спектрума. 681 папка, вторая. Вот, Hetfield. Вот это, да-да-да, так. И лупим. Просто лупим. Изображен солист и вокально-инструментального ансамбля «Голова двигатель». Ну, я не знаю, я читаю, что написано. Или ария, ария, скорее всего. Итак, это работа номер 5. Можем ли мы за нее проголосовать? Да ладно. Переходим к 6-й работе. 6-я работа у нас выполнена в технике ТРД. Переключаем на ZX Spectrum. Работа называется Sprints Through the Lands of Winter. И мы запускаем ТРД. Мы переключаемся. Мы скоро вернемся. Переключаемся в Пентагон. Смотрите, у нас происходит переключение конфигурации прямо на лету. В прямом эфире мы... Да, вот это ZX Spectrum Next. Следующий этап. Следующий. Новая компо-машина. Здесь на века. Итак, CCW21. Я не знаю, как это работает. Это гигаскрин, да, это... Я считаю, просто прекрасно. Это тоже спектрум, но это не 6912 байт. Это дважды 6912 байт. Быстренько чоп-чоп-чоп и получаем вот 53C. Нет, мы не будем показывать, как это выглядит в трансляции. К счастью, за все это можно проголосовать в непосредственно пати-мастере. Любой человек, обделенный воут-кодом, может прийти и оставить свой голос. Итак, это была работа номер 6.
И мы переходим к демонстрации седьмой работы, которая называется Surf Error. Она также выполнена под ZX Spectrum, и я полагаю, что она выполнена в технике 6912 байт. Но мы можем продолжать пентагонить. Почему? Чтобы SCR? Ну, давай переключим. Изображение. Нам потребуется еще одно переключение. Мы переключаемся в ZX Spectrum Next, который позволяет открывать SCR файлы без использования вьювера. Итак, седьмая работа, Surf Error. Как мы видим, человек использует тяжелые формы виртуализирования реальности. Он летит в каком-то туннеле всю жизнь. Голосуем за седьмую работу. Я считаю, просто конкурс фантастический. Давно я не видел столько отличной графики в одном конкурсе. Так, давайте перейдем к демонстрации следующей работы, которая называется Farewell Mr. Arthur Fleck. Переключаемся на Spectrum. Это, полагаю, Пентагон будет уже, потому что нужно ТРД придется загрузить, следовательно. Мы выбираем другую прошивку. Это все происходит на лету. Да, смотрим с реала. С настоящего Z80, исполняемого внутри симуляции. Ну, собственно, да, как тема реал-тайма. Да. ТРД-образ, мы его загружаем без бута. И посмотрите, что происходит. Вот вам и олдскул графика. Я считаю, это что-то с чем-то. Как? Это да, два экрана переключаем. Было 6912 байт, стало в два раза больше, а цветов при этом прибавилось, я даже... Ну, примерно, да, плюс-минус. Итак, открыто голосование по old school графике. А следующим конкурсом, который нас посетит сегодня, это, конечно же, будет...